7 часов утра у барнаульского аэропорта толпа людей с флагами и плакатами. Все ждут московского рейса, на котором домой возвращается настоящий герой. Алтайский спортсмен, дважды призер международных летних игр в Токио Сергей Каменский. Есть медали. Это самое главное, это результат. Для нас было очень важно, чтобы наши спортсмены поехали, и это получилось. И важно, что они возвращаются с результатами. Для молодого поколения это правильный пример. Приятно то, что твоя медаль не только для семьи, твоя медаль, она в принципе для всего Алтайского края. И сейчас пришли люди, которые переживают, искренне болели за него и поддерживают. После красной дорожки и общения с министром спорта края Сергея ждала приличная очередь за фото и автографами. По его словам, 18 дней в Токио были тяжелыми. Кроме тренировок и гостиницы, сходить было некуда. Я чуть с ума не сошел, честно, потому что делать там особо нечего. Ближайшие полгода Сергея ждет отпуск. Его пообещали не трогать, чтобы полностью восстановиться. Спортсмен с семьей и родными отправится в отпуск в Горный Алтай. А после Нового года снова в бой. Тренировки и турниры. И новая цель. Это Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Как в Рио было. Я проиграл и стал вторым. А кто-то выиграл и стал третьим. Ну, ребята, а медаль-то второе место и третье, они как-то отличаются все-таки. И сегодня стало известно, что Сергея Каменского отметили на самом высоком уровне решением президента. Двукратного призера летних Олимпийских игр Сергея Каменского наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Поздравляем земляка и надеемся, он еще не раз прославит наш край и страну своими достижениями. Дмитрий Дроздов, Александр Лизратов. День с толком.